Что за, как было на этой сцене? Как было для этой публики работать? Ощущения очень приятные. И публика хорошая, и люди хорошие, и театр хороший. Просто очень приятно, очень тепло. Встретили хорошо. И просто здорово. Впечатления только очень добрые и хорошие. Какие-то нюансы вообще, вот как наша публика воспринимает, и как тюменская публика сегодня восприняла вашего дурака? Ну, у нас как-то публика попроще реагирует, как сказать, легче, да, здесь тоже очень-очень хороший зал, очень большая отдача от зала идет, и, как сказать, очень по-доброму воспринимает зритель, но так чуть-чуть думает, интересно, что они сейчас покажут нам. А как вчерашний спектакль «Личная тоже жизнь», очень... 100 лет революции, у вас такой очень, как бы, тема был спектакль? Очень удачно, так совпало, что прям здорово, и юбилей, и, как сказать, революции, и наш спектакль, и зритель очень тепло принимал, и шутки очень хорошо принимались. Ну и какие-то серьезные моменты тоже. Да, тогда, да. Вчера вот, например, зритель очень хорошо смотрел. Особенно последний финал, там более такое, как бы, на раздумье про революцию, про это, и зритель очень хорошо понимает это и реагирует очень тепло. Хотелось бы еще вернуться к тюменскому зрителю. Очень, очень зрителю. Хотелось бы, конечно. Гастроли очень приятные. Жалко уезжать, вы завтра уже уезжаете. Да. Завтра уже едем домой, ну, дома тоже надо работать. Дома тоже хорошо. Да. Впереди много работы. Да, Ханума, Новый год. Здесь тоже вот хотелось бы, ой, как хотелось бы Хануму посмотреть, потому что в этом театре тоже идет Ханума. И у нас как раз. Ну, интересно, конечно, разные спектакли. А вообще вот удалось сам город посмотреть? Да, да. Красоту-то тюменскую. Очень-очень хороший город и очень обустроен хорошо. И просто... Впечатление очень хорошее. Единственное, что погода пасмурная такая, но приятно. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Будем надеяться, что не последний раз нас Тюмень встречает. Спасибо нашему руководству, что вывезли нас в такой город прекрасный. Нашему театру спасибо, тюменским зрителям спасибо. Ну и думаю, что у них гастроли тоже хорошо проходят в нашем театре. У нас хорошая публика. Да, вами воспитанная публика, так что почему бы, конечно. Я думаю, что там все замечательно. Спасибо. Спасибо.